Физкульт, привет из берлоги. Приближается хороший, теплый, классный праздник Новый год. Время подарков и поздравлений. В связи с этим коллектив компании Tech Russia поздравит вас, естественно, всех с Новым годом и приготовит кучу подарков. Но подарки не раздадут всем просто так, их надо будет выиграть. Поэтому следите внимательно за следующими видео. Там будут озвучены условия конкурса и условия участия в этом конкурсе. Физкульт, привет из берлоги. Сегодняшнее шоу будет сделано не для операторов балансировочных станков и шиномонтажных станков, а для нормальных платежеспособных клиентов, которые хотят получить качественную нормальную услугу в мастерских. Заплатив за это, конечно, хорошие нормальные денежки, а не те, которые думают, что за шапку сухарей можно им колеса их покрутить на балансировке, обогатить свинцом либо железом и на этом расстаться с этими псевдомастерами. Нет, конечно же, все для, только для качества, для безопасности и для эксплуатации. Что мы имеем на данный момент? Попался мне вот такой диск, мы тут уже починили порез, ничего интересного, но вот эта вот страшная сталактитовая вещь, которая не должна присутствовать на диске при балансировке, естественно, должна быть удалена. Во многих ли мастерских это делается, неизвестно. Не у всех, возможно, есть инструмент, возможно, не у всех есть желание. И самое главное, возможно, не у всех есть стимул. То есть не все клиенты за это платят. У меня это входит в услугу как по умолчанию. Но у меня и цена сразу изначально такая, что, по сути, любая маленькая машинка, это примерно переобуть один Хабаровск. Но мы делаем все так, чтобы никто никогда к нам по этой же причине не вернулся и не психовал, что что-то мы не доделали. Поэтому, как данный, как пример, смею вам объявить о том, что перед балансировкой вот эта вот сталактитовая штучка должна быть удалена. Конуса на балансировке должны быть закреплены с внутренней стороны, потому что вал имеет небольшую, но конусность, но имеет почти все. Поэтому, если вы, допустим, ваши колеса балансируются конусом снаружи, конус, соответственно, немножко у нас уходит дальше от фланца, соответственно, имеет гораздо больший зазор при установке колеса. Если конусы у нас балансируются, как правильно, изнутри, он имеет меньше зазор, соответственно, имеет более точную посадку колеса на вал. Чтобы удалить вот эти вот сталактитовые все наросты, в моей мастерской имеется несколько видов щеток. Сейчас уже я обращаюсь к мастерам. Ищите сами. Щетки для разных целей бывают разные. У них бывают разные диаметры, разная длина, разная толщина вот этих волосков. Купите всех штук по 10, поэкспериментируйте, почистите все можно, и ступицы, и в разные места на диске. То, что вы посчитаете нужным, то, что вам подойдет, то и оставляете для работы. Но убрать вот эту гадость вы можете, вы обязаны любой щеткой, какой угодно. А, не забываем, кстати, про средства защиты, да, очки Ray-Ban. Если вы подберете щетку нужной жесткости, нужного диаметра, нужного всего, никаких повреждений, кроме как удаления вот этой грязи, вы не нанесете диску, ни в том числе ни полкам изнутри, ни тем более ступичной вот этой поверхности. Останется только чистая, нормальная, гладкая поверхность. После чистки, конечно же, после балансировки, эта поверхность должна была, будет обработана медной высокотемпературной смазкой, которая показала второй год очень офигительно классные результаты. То, что второй год к моим клиентам уже постоянным, не требуется вот настолько глобальная чистка. И кто-то что-то говорит, что там она собирает на себя грязь и песок, но это неправда. И чистится это все, допустим, если надо удалить эту смазку старую и нанести новую, гораздо все быстро и
просто эффективно вон теми щетками с диаметром побольше, чем вот этот. Теперь то, что касается стоимости вот этой услуги. Возможно, как и на видео сейчас показано, это занимает немного времени. Возможно, эти щетки не так дорого стоят, но их надо купить, их надо привезти. Это время все равно требует оплаты. В любом случае, и сам подход, и культура обслуживания должна быть оплачена, я так считаю. Поэтому, кто говорит, что там это всего лишь чуть-чуть занимает времени, как в анекдоте про Чебурашку, когда он приходит в бар и спрашивает, сколько стоит капелька водки. Ему говорят, да она нисколько не стоит. Он говорит, накапайте мне стаканчик. И здесь примерно то же самое. Вы должны откапать этот стаканчик и заработать на этом денежку. Ну и, соответственно, принести пользу людям. Далее уже на зачищенной, то есть поверхности с конусом изнутри. Вот параметров под легкосплавный диск. Вы уже 100% получаете нормальную, четкую, классную посадку на балансировочный станок. Результаты 15-40. Что мы делаем? Мы можем сымитировать вот эту вот сталактитовые вот эти наросты ужасные. Моим любимым Хабаровском. Немножко отслонив колесо, засунув купюру между фланцем и диском. Закрываем крышку, ждем результат. Было там 15-40. Получаем немножко другой же результат. Это всего лишь одна тоненькая купюра, которая хорошо зарабатываемая, но имеет свои грехи. Если хотите получить нормальный качественный сервис, пробуйте, ищите этих пацанов, которые вам окажут эти услуги, которые не ленятся это делать, которые не жалеют на это деньги. И вы, соответственно, уважаемые клиенты, не жалейте на это денег. И тогда такой вы получите нормальный, безопасный, классный сервис. Никогда не обманывайте клиентов. Всем удачи!